Приветствую вас, друзья, на канале. Сегодня уже 1 августа. И я пошел собирать грибы, а точнее приехал в один интересный лес. Проверить, как тут обстоят дела с грибами. Но по слухам у нас первая волна летняя или вторая в этом году. Волна белых грибов уже сходит к концу, уже большие только попадаются, свежих маловато. Сегодня будем эту новость проверять. Ну и собирать будем все остальные грибы, лисички, подосиновики, подберезовики, какие-то другие, если попадутся, все будем брать. Сейчас время где-то уже около 10 утра. Надеюсь, чего-нибудь по-любому наберем. Раз грибы пока растут, нужно их собирать. Потому что потом в августе, в середине, в конце августа, неизвестно, какая будет погода, будут ли грибы, какой будет сентябрь. Будем надеяться, что осень будет грибная в этом году, но на всякий случай, пока грибы есть сейчас летом, нужно их собирать. Часика 4 у меня где-то есть в наличии. Думаю, как минимум корзинку наберем. Вот первые грибы попались беленькие. Первые белые, а так я уже набрал лисичек немного. Лисички есть, беленькие попадаются. Вот одной волны две штуки. Вот попался тут боровик, но он уже староватый, червивый, даже снимать его не стал. Сейчас вот очередной свежий беленький попался. Берем. Боровик. Сосновый белый гриб. Такой крепкий вроде. Сейчас проверим на чистоту. Друзья, еще один беленький попался. Я его не показывал. Думал, если честно, подберезовик. А вот этот белый покажу. Боровики, значит, только один попался. Волна боровиков вроде как сошла. Это была вторая волна. Теперь ожидается третья, заключительная волна. И она будет осенняя, чистая и самая мощная. А вот белые грибы, обычные они, еще растут, еще попадаются. Поэтому будем проверять, собирать сыроежку зеленую. Тоже возьмем для сорти. А вот тут еще какие-то грибы. Сыроежка старая. Да, подсохли уже. Ладно, хотя бы два. Еще один беленький. Какие-то длинноногие пошли. Вот попались снова лисички. Смотрите, под мхом. Вон они. Есть и маленькие. Есть уже нормальные. Там он дальше, они уходят тоже. Под мхом его не видно. Но когда близко подходишь, видно. Вот так, например. Раз. Оп. Вот они, лисички. Ладно, начинаю их собирать. Он уже лисичек накидал сколько. Беленькие попались. Парочка. Раз. Два. Под шляпками уже зеленые. Грибы не самые свежие. Ну, если чистые будут, возьмем. Вот еще один.
друзья, боровики продолжают попадаться второй волны, но они уже все переросшие, такие червивые. Уже несколько штук нашел, наверное, штук 4-5. Один такой более-менее такой я забрал. Также нашел несколько белых, уже зеленых под шапкой. Тоже взял, какие более-менее. Лисички, конечно, больше всего. Вот здесь вот попались тоже. Полянка. О, смотрите. Красота. Все, ладно, берем. Вот сейчас попался белый, как я их называю, синяки. А вот попался первый свежий белый. Смотрите. Небольшой. Оп. Свеженький. Класс. Смотрите, вот. Попалась в край лесной дороги. Иду, собираю грибы. И вон в край дороги лесной. Тройняшка какая. Поменьше, средний, побольше. Сейчас будем проверять на червивость. Друзья, смотрите, подосиновик попался, желтобурый. Ох, красавчик. До этого еще подберезовик нашел чистый, белый. Корзинка уже наполняется. Зонтик стоит. А рядом беленький. Опа, крепкий какой. Классный. 100% вот чистый. Молоденький, свеженький. Для сегодня это редкость. Свежак. Смотрите, молоденький маховик. А рядом молоденький масленок. Смотрите, друзья. Какой свеженький. Попался подосиновичек. А рядом совсем чуть-чуть белый. Оп, вытащили аккуратно. Беляк. Залез вот такой папоротник. Увидел белый, он казался червивым. Смотрите, он там дальше еще один белый папоротник, видите, стоит в реке. Тоже, наверное, будет червивый большой. Попозже проверим его. А сам тут иду. Папоротники у нас. Лисички. Полянка, смотрите, какие хорошие. Так, грибы поставим. Вот и беленький. Так, можно проверить. Будет. И вон они, лисички. Супер. Какие лисички хорошие. Отличный размер. Главное, чтобы не перезревшие были. Ведь чем крупнее лисичка, чем она взрослее, тем она ароматней. Это касается всех грибов. Чем гриб крупнее, если сравнивать с молодым, он будет ароматней. Главное, чтобы не перезревший уже был, не старый. Тогда запах у него становится плохим. Ох,
хорошая полянка лисичек. И все они такие в основном уже взрослого хорошего размера. То, что надо. Вот это больше касается именно лисичек. Чем она крупнее, тем лучше. Потому что если сравнивать ее с молодой лисичкой, особой разницы нету. Только разница в пользу большой, то, что она ароматнее. И она крупнее сама по себе. Соответственно, больше наберешь. Что касается, например, белых, то мне средний и маленький размер нравится больше. Хоть крупный белый ароматней. Там где-то за папоротником корзинка стоит, там лисички еще не собранные. Вот я лисичка набрал в кепку. Вот беленький. Отлично. Вот еще свеженький. Рядом. Супер. Разные грибочки. Еще подосик молоденький. Оп. Свежак. Классный. Ножик потерял. Минут 15 его искал. Все точки прошел, где последние разы чистил грибы. Все обходил и вот лежал. Отлично, хоть нашел. Вон они, смотрите, грибочки еще не почищенные. Вот тут еще лисички нашел. Вон полянка. Нужно добирать, уже корзинка практически целая. Сейчас верхом наберу и вот оставлю еще в кепке. Смотрите, друзья, лисички попались. Бомба. Красотули. Оп. Оп. Вот такие классные. Этих соберем. Так вот, грибов литров 12 в корзине. В кепке. Еще он белый попадался. Попадаются белые еще. Мимо которых тоже пройти нельзя. Все, друзья, закончил я тихую охоту. 3,5 часа собирал. Вот что набрал. Сейчас пойду обратно, если что-то будет попадаться, буду докладывать, но уже собирать грибы особо не буду. И ложить некуда. Конечно, у меня пакет с собой есть, но я не хочу его добирать. Мне достаточно дома перебрать этих грибов. Положить листички на сушку, белые, чистые на сушку. Что-то на суп тоже вырезать. Все, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем видео оценивать. Писать комментарии. До новых встреч. Всем пока.